В 2009 году, 12 сентября, мы открыли наш ресурсный центр «Луч» для детей с ограниченными возможностями и даже для молодежи, потому что из социально уязвимых семей. Потому что мы, работая через швейцарский фонд, который оказывал таким семьям помощь в виде продуктов, продуктовые пакеты. А в 2013 году мы уже перешли на баланс Примарии. И Примарии смогли нам выделить бюджет и логопеда. Логопед есть у нас. У нас есть массажист, и у нас есть социальный педагог и помощник нашим педагогам. У нас в селе 43 ребенка, которые до 18 лет с ограниченными возможностями. Ну, конечно, в наш ресурсный центр приходят дети и постарше. Но по умственному развитию эти дети не отвечают этому возрасту. Одним словом, мы их тоже принимаем. У нас проводится массаж и лечебная гимнастика. Это ресурсный центр дневной. Мы здесь не кушаем и не спим, но вот предоставляем такие услуги, где родители или педагоги берутся дошкольного учреждения детей, логопед, социальные педагоги занимаются с ними по времени, или родители приводят детей и после занятий, после массажа забирают их сразу домой. Приходит инвалид, помогая, когда надо логопеду, помогая детей водить туда. И иногда массажисты тоже, медсестры помогают раздевать, одевать ребенка, конечно. И занимаюсь бисером, конечно, занимаюсь. Я люблю это делать. Первое время боялась, что не смогу, но сейчас все умею. Наше сегодняшнее мероприятие проводится в рамках акции «Рука помощи». Данная акция была спланирована и проведена студенческим советом Камрадского педагогического колледжа, координатором которого я являюсь. Также с нами сегодня здесь находятся представители этого студенческого совета. Это Караиван Александр, Татьяна Барладян, Влад, Анна, которые помогают нам в сегодняшнем мероприятии. Эта акция уже проводится у нас второй год в Камрадском педагогическом колледже имени Михаила Чекера. Мы приехали сегодня сюда с такой целью, чтобы подарить радость детям с особыми возможностями, с особыми потребностями, хотя бы познакомиться с такими детьми, посмотреть, как работает и функционирует данное заведение, какие проводятся профилактические работы для хорошего интегрирования таких детей в нормальное общество. Мы сегодня привезли сюда канцелярские товары, чтобы детям было чем работать, чтобы их образование было интереснее и дарило им радость. Также мы привезли им сладости, небольшой сладкий стол сделали.